Петров пост был установлен в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились, готовя себя для евангельской проповеди. По традиции он начинается в понедельник, после 9-го воскресенья по Пасхе, а заканчивается в день Петра и Павла, 12 июля, когда церковь воспевает Петрову твердость и Павлов разум. В зависимости от даты празднования Пасхи, Петров пост может продолжаться от 8 дней до 6 недель.